здорово. Сегодня мы едем опять кататься. Вот мне пришло, получается, звезда. Вот, как мы видим, зубчики все нормальные. Не сточные, как у меня. Пряди фокус. Короче, вот. Спорт 003, ТЕ, Атолет. На 42 зуба. Такая увесистая. Так, потом крыло. Вот. Такое. Вместе сразу с графикой. И его только надо установить. А чтобы его установить, это тоже надо... помучиться, короче, потому что там половину пластика придется откручивать сзади. Вот, вот такое крыло. И фара. Фару я заказал, потому что у меня на моем отпиленная, а тут вот целая. Вот такая фара. Тут еще даже в пленочке она. Поэтому будем устанавливать. Вот. Вот такая коробка тут была. В принципе, все упаковано нормально. Ну, за те деньги, за которые я заказывал, в принципе, там и за доставку заплатил. Поэтому тут все должно было быть нормально. Вот. Вот такая вот штука мягкая. Ну, короче, все. Все нормально. Ждем еще следующую партию посылок. Итак, я уже в гараже, снял с мотоцикла всю переднюю часть, то есть фара, крыло и, ну, щитки еще не снимал, их потом в последнюю очередь буду менять. Вот, что мне пришло. Это фара, вот, была вот такая, как мы видим, сверху и по краям она вот тут обрезана и сверху, а тут вот это все есть, то есть идеальная фара. Ну и по сравнению с вот этой, это даже, ну, прозрачная. Ну и тут еще есть пленочка, ее потом снимем. Крыло, вот почему я заказал еще крыло.
Потому что она тоже обрезана вот здесь. То есть смотрите, какое это, ну, такое массивное, и вот это какое. Ну, расцветка все такое же, кстати, все пришло прям, ну, такое. Вот. И заказал еще щитки, потому что один у меня отломался, ну, и по одному они не продаются, поэтому заказал два. Сейчас это все установлю и будем смотреть, как это получится. Итак, ну, в принципе, я уже все собрал. Вот так теперь примерно выглядит мотоцикл. Вот все старое. Ну, еще щиток один убрал. Получается, установил вот эти щитки. Тут была у меня картонка. Теперь все вот так. И тут тоже щиток поменял. Ну, то, в принципе, был целый. Вот крыло новое и фара. Ну, теперь он смотрится так немного покруче, короче. Ну, и... Сейчас тут еще вот так вот фара. Оп. Немного вот тут неудобно. Наверное, я понимаю, почему тот обрезал пластик. Ему, наверное, просто было неудобно подлазить вот сюда под ключ. Но это тут, в принципе, можно привыкнуть. Вот, кстати, пленочка осталась. Давайте сейчас ее снимем. Ой-ой-ой. Смотрите, просто идеальное сейчас стеклышко. Ну-ка, сейчас еще раз включим. Так, где? Вот, смотрите, все там такое чистенькое. Короче, вообще пушечка. По гравичке. На третий катимся. То есть можно даже это, короче, ехать отдыхать. Так, врубаем вторую. Тапочку в пол. Давай. Блять, тут, конечно, не очень. Неизвестно, что там вообще под снегом. Так, чё? Вот так. Ебать. Догнать Артема.
Откуда там вода? Блять. Нормально. Первая лужа. Ой, бля. Ой, блять, я в глаз попала. Опа, запрыгиваем.